Motherfucking rock and roll. Okay, are you ready? Let's rock, let's rock. So, let's go, motherfuckers. Motherfucking rock and roll. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. И вот уже становится хорошей традицией. В понедельник мы выкладываем вновь прибывшие мотоциклы на восстановительные работы. Вот сегодня у нас на, скажем, предварительном показе это ЧЗ 472-6 такой вот аэрографии. Обалденный, ну не обалденный, но аэрография. Ну, так достаточно красиво для ЧЗ тут сделано. Конечно, у них тут много чего не родного, много чего переделано, но человек старался, видно, и любил свой мотоцикл. Иж-49 и Иж-56. Ну, 49-й так, более-менее достаточно комплектный. Ну, традиционно нету заднего нижнего кожуха цепи. А так, в общем-то, ничего, так сносный. 56-й, конечно, похуже. Самое главное, на нем нету кожухов карбюратора, что очень тяжело достать. А так, в общем-то, трубы его, все его. Фара его маленькая фара, потому что это уже поздний 56-й. У нас предыдущий был ранний, это уже поздний. У него высокое крыло, маленькая фара. Чем отличаются вот эти вот стаканы. Вилки тоже отличаются от того, немного вот разведены уши у нее. И вот мы тут как-то, когда у нас было два одинаковых мотоцикла, очень путались. Ну не то, что путались, а просто красили не тот цвет, потом перекрашивали там, и так далее. Ну а так, в общем-то, хорошие мотоциклы достаточно. Наверное, уже послезавтра мы запустим их в работу. Думаю, сделаем мы их, делать будем не особо долго. Потому что, в общем-то, тема накатанная, тема объезженная уже. Только что мы вот буквально сегодня выложили видео с Ижом 49-м, с коляской. Вот, недавно у нас был Иж 58, Иж-Ю. Это фактически тот же самое, что и 56-й. Ну и ЧЗ, в общем-то, это мой любимый мотоцикл, который у меня был. Вот, хороший мотоцикл, потрясный у него звук вообще. Скажем так, самый качественный и достойный мотоцикл семейства чехословацкого. Ну, что сказать по нему, не знаю. Ну, глушители вроде живые, мы попробуем их, конечно, восстановить, хотя вряд ли. Возможно, купим в Польше. Вот руль не его, да, крепление руля не его, много чего не его, тут, конечно, зачем-то компрессор. Ну вот, не знаю. А так, в общем-то, радует, что вот брызговик новый, прям вот стоит все хорошо. Ну, после бескостроя будет видно, что с ним никак, не так, не сяк. Будет все от бескостроено. потом пойдет к Жене на кузовные работы. Ну а дальше будем видеть, что с ней получается. Всем до встречи. Смотрите окончательные обзоры на эти мотоциклы. Всем бай.